Госэкзамены на сцене. Выпускники Чебоксарского музыкального училища имени Павлова прошли итоговую аттестацию. Задание – показать традиционные чувашские обряды. Как с этим справились будущие солисты, смотрите в нашем репортаже. В национальных костюмах с песнями и ритуальными блюдами так принято отмечать традиционный чувашский праздник «Сирень». Он посвящен изгнанию и усилению злых духов. По традиции молодежь гуляла по деревне с рябиновыми прутьями, хлестала ими людей, дома, одежду и выкрикивала «Сирень». Студенты готовились полгода, читали много книг, изучали древние обряды, ездили по деревням. Выпускники отделения сольное и хоровое народное пение представили на суд экзаменаторов три чувашских народных праздника. Так как я русскоязычная, мне, естественно, тяжело, но если человеку нравится, то почему бы и нет. Выпуск этого года 8 человек. Отделение сольного и хорового пения уникально тем, что готовит руководителей творческого коллектива. Выпускник должен уметь и сольно работать, и в ансамбле, и в хоре. А также они должны показать такие компетенции, такие как экспедиционная работа, расшифровка, аранжировка народной песни. Они используют свои экспедиционные материалы, их материалы в своих выпускных коллекционных экзаменах. Музыкальное училище поддерживает вот эту старинную. Это не просто традиция, это искусство, высокое искусство чувашского народа, где вот основные элементы воспроизводят вот эти ребята. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.